Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить фаршированные яйца грибами и сыром. Это простая и вкусная праздничная закуска, которая понравится всем. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 5 куриных яиц, 100 грамм свежих грибов или замороженных, 500 грамм твердого сыра, 2 столовых ложки майонеза, немного сливочного или растительного масла для обжаривания грибов. Немного зелени по желанию. Яйца отвариваем вкрутую в течение 7-8 минут. Пока яйца варятся, тщательно промойте отваренные в подсоленной воде грибы и нарежьте их при желании мелко. Далее поместите грибы в разогретую сковороду, чтобы они подсушились. Так испарится из них лишняя влага. Добавляем в сковороду грибам небольшой кусочек сливочного масла и все перемешиваем. Обжариваем измельченные грибы. Они должны стать мягкие и слегка подрумяниться. Можно использовать для обжарки как сливочное, так и растительное масло. Натираем сыр на крупной терке. Сваренные яйца аккуратно очищаем от скорлупы, чтобы не повредить белок. Каждое разрезаем вдоль на две половинки. Извлекаем из них желтки. Добавляем в миску с желтками немного майонеза и разминаем с помощью вилки до получения густой желтой массы. Соединяем поджаренные грибы с тертым сыром. Все перемешиваем и добавляем размятые желтки. Все опять перемешиваем до образования однородной массы. При желании мелко нарезаем зелень и добавляем в полученную начинку. Проверяем на вкус. Можно слегка посолить. Но не забывайте, что грибы у нас варились в подсоленной воде. Половинки яичного белка начиняем готовой начинкой. Вкусная праздничная закуска, фаршированные яйца грибами и сыром, готова! Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Обязательно пишите свои комментарии. Всем пока-пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!